Итак, дорогие мои слушатели, зрители, мы сейчас научимся переводить из восьмеричной системы в двоичную, а также из двоичной в восьмеричную, минуя десятичную систему с числением. То есть нам просто будет она не нужна. Мы сразу раз из одной в другую или обратно и десятичную не используем как буфер. Как это делать? На самом деле все очень просто. Допустим, у нас 37... Давайте 371, восьмеричный, и нам надо перевести это в двоичную систему. Что мы делаем? Троечка у нас, вот она, это 011. 0,1,1. 1. Далее 7, это у нас 3 единички. 1, 1, 1 и последняя единичка это 001 я пишу 001 001 двоичный вот и все вот я перевел 371 из восьмеричной системы в двоичную при этом первый ноль незначащий я могу его опустить как бы он не нужен получается 1111 1, 1, 1, 4 единицы даже 5 единиц потом 0012 вот такой результат. Теперь давайте переведем из двоичной в восьмеричную. Ну, какое-нибудь у нас число, там, я не знаю, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Ну, вот такой набор мне захотелось взять. Это, конечно, в двоичной системе. Что мы делаем? Просто с конца, с, с, справа налево, определяем вот по три штучки. Ну, так получилось ровно, я написал 9 символов. Давайте у нас вот число было вот такое. Тут вот еще один. И что? Куда эту единицу? Или даже 11? Куда их? Ну, на самом деле, просто нолик спереди записано, чтобы получилось также 3. И вот у нас 1, 2, 3, 4. Значит, у нас будет 4 цифры восьмеричные. А Смотрим, что это за цифры. 0, 1, 1. Мы видим, что это у нас троечка. Значит, у нас 3. Далее у нас 101. 101 это пятерочка. Нули это 0. 110 это 6. Все. Таким образом, мы получили 3, 5, 0, 6 в восьмеричной системе. При этом в двоичной это число из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 значащих, скажем так, цифр. То есть, вы представляете, если вы переводили это в десятичную, потом переводили бы из десятичной в восьмеричную, вы бы потратили очень много времени. А с помощью триад это делается легко и просто. Дорогие друзья, мы с вами уже разобрали, как переводить из двоичной или любой другой системы в десятичную, как переводить из десятичной в любую другую систему. Это все должно быть вам понятно, ясно, и вы можете попрактиковаться, чтобы без сучка, без задоринки у вас всегда этот процесс происходил. Но, если вдруг у вас фигурирует 16-ричная система в ваших задачах, то переводя, допустим, число 14 из десятичной в шестнадцатеричную, вы встанете в небольшой ступор, что я должен написать. Что мне 14 также написать? И вот тут надо быть осторожным, потому что вам нужно написать будет Е. Да, 14 в десятичной это Е в шестнадцатеричной. И чтобы у вас не было никаких сомнений в том, что это правильно, в том, что это так, сейчас я вам покажу, как переводится 14 из 16 личных в 10 -ричной. Ну, то есть, чему это будет равно? 14 в 16 речной. Мы ставим тут 0, тут 1. 0, 1. Значит, мы должны 1 умножить на 16 в первой степени, плюс 4 умноженное на 16 в нулевой. Это у нас получается 16 плюс 4. 16 плюс 4 равно 20. Вот. То есть, 14 в 16-речной это уже 20 в десятичной системе счисления. Потому что два знака. То есть, если мы говорим там о пятиричной системе счисления, это значит, что там будут использоваться только цифры 0, 1, 2, 3, 4. То есть, всего 5 цифр. 0, 1, 2, 3, 4. Если мы говорим о десятичной, то это от 0 до 9 также 10 чисел. А вот когда мы говорим о 16-ти шестнадцатеричной системе счисления, то их там должно быть 16 различных цифр. То есть от 0 до 9, ну 10 штучек у нас есть, но их должно быть 16. Ничего лучше не придумали, как латинский A, B, C, D, e, F. Если мы, допустим, с вами хотим CC перевести из 16-ти шестнадцатеричной в двоичную систему. CC. Ну вот у нас CC. CC в шестнадцатеричной. Что делать?